Всем привет, дорогие друзья, с вами Самурай, и сегодня я продолжаю играть в The Escapist. И, в общем-то, в прошлой серии, что же было в прошлой серии? Честно говоря, я плохо помню, что было, но, в общем-то, сегодня, что я планирую сделать сегодня, сколько можно это слово повторить? Короче, вы, наверное, уже поняли то, что вещей у нас уже все ключевые вещи есть, и нам осталось только лишь копать и еще раз копать. У нас даже также много тимбербрейсов, что позволит нам, точнее не что позволит нам, а благодаря чему мы сможем довольно много копать. Вот. И, кстати, что я сейчас сделаю? Мне нужно зайти в столовую. Да знаю я, господи, я уже там был. Столовая слева, точно. Забрать оттуда ложки, потому что все-таки моими лопатами... Да хорошо! Все-таки моими лопатами и шовелами я... Короче, этого мало будет, чтобы копаться. А ложки... Не то, что мало, но ложки это будут на крайний случай. Это надо предостерегаться. Так, в столовой я уже появился, поэтому мне уже не обязательно туда идти. Ну, я воспользуюсь затишьем и возьму свою лопату. Сколько тут? 4... Блин, ее уже надо улучшать. Кстати, а чё бы мне это не сделать? А, да, интеллект. Я вспомнил. Ладно, мне нужен интеллект. Сейчас будем качать интеллект. Но сначала надо пойти... Блин, тихо! Тихо! Ой. Тихо-тихо-тихо! Ё-моё! У меня аж мышка дернулась. Офигеть, как я испугался сейчас. Ой. Хорошо, что я хоть успел вентиляцию... Тихо-тихо-тихо! Чё я говорил? А, надо сейчас поработать пойти. И заодно мы... я вот не знаю, будем ли мы... Блин! Я вот не знаю, будем ли мы сейчас тимберы воровать или не будем. Я думаю, что нет, потому что у нас и так просто дофига прям из боков вылазит. Поэтому сейчас я просто поработаю. В сраку их вот здесь оставим, потом на обратном пути возьмем. Стоп, их что, забрали? Нет. Пойду квоту выполнять. Квоту. Блин, $1, $1. Хорошо, что сейчас работать хоть... Подзаработаю маленько. Кстати, у меня квесты есть какие-нибудь? Побить Даррена. А силушки у меня, мягко говоря, мало. Ну, честно говоря, это не очень хорошо. Опять на этой скучной работе сейчас поработаем. Заработаем сколько там? 65? 50? 50, по-моему, или 55 долларов. И сможем... А, кстати, еще силу же надо прокачать, чтобы побить того самого Даррена. Вот. Все, отлично. 56... Да, 55 мне платят. Хорошо. Деньги мне очень-очень нужны, поэтому мне нужно... Поэтому я должен буду выполнить этот квест. А чтобы его выполнить, мне нужно много силы. Чтобы было много силы. Все. А, как меня раздражает это. Я еще и время от времени, блин, случайно на В нажимаю, из-за чего я сдвигаюсь. Это мне не нравится. Не нравится. Определенно не нравится. Ну давай, родимый, давай. Кстати говоря, про Даррена. Мне сначала нужно узнать... Даррен, да? Да, Даррен. Мне надо узнать сначала, как он выглядит, чтобы его потом побить. Если у него, кстати, если у него очень мало силы, то... Может, мне не понадобится много качаться. О, кстати, сейчас перекличка будет. Там мы и найдем этого Даррена заветного. Даррен, да. О, кстати, торговцы. Хотя, стоп, у меня клей есть? Есть. О, у меня дофига клея. Чего я тут взял? Пусть здесь валяется. Потом я не хочу свое драгоценное место засорять. Да, блин! О,
Скотч! Вот скотч это реально вещь нужная. Да. Блин, я опять про... Ну, короче, я про... Про глази... Ай, короче, я не увидел, кого проверяют. Все. Надеюсь, не меня. Потому что я сейчас собираюсь скотч этот куда-то заныкать. Я не хочу, чтобы мне мешали. Блин, как бы мне так... Сюда, может, сюда, что ли? О, здесь есть место, отлично. Кстати, я взял этот... Блин, я так и не посмотрел, кто такой Даррен. Ладно, ничего, пойдем дальше силу качать. А по пути будем искать Даррена. Даррен, стой! Стой. О, 65. Ну, не так уж и много, в принципе. Да, квест. Батон. Ему нужна, это, полицейская вот эта дубинка. Ну, не, вряд ли я ее... Ё-моё, а у меня ж комп-шив! Стой! Я хочу подарить кому-то комп-шив перед тем, как у меня ее отберут. Я жадный. А, стой! Овен. На. Давайте, бейте меня. На. Ладно, быстрее, у меня времени не так много. Да. Харай меня, лечите, пошел дальше. Тренироваться. Давай, я хочу до двадцаточки. До двадцаточки должен дойти. Ну, давайте до 22. Раз уж у меня еще этой энергии есть. Блин! Зараза! Нет, я должен... Ах, короче, пофиг. Сколько у меня? 48. Блин, мало. Может, тут оружие будет у этого левяке. Вау! Прикольно. Тихо. Блин, а как же я сейчас... А, ну да. Будем сейчас хавать. Нужно обязательно поесть, потому что мне энергии не так уж и много. Блин, только я сюда пришел сразу. Печалька. О, как раз сейчас тренировочный период. Я сейчас похаваю и пойду тренироваться. Давай, доедай, друг, доедай. Давайте в душ пойдем, там быстрее. Стоп, надо все-таки появиться на тренировке. Я не хочу, чтобы у меня опять, блин, кучу бабла отняли. Чё? Стоп, а чё я вообще за квест взял? Побить левекье? Офигеть, блин, сколько мне всех побить надо. Ничего, справимся. Так, я сейчас пойду в душ, а то в душе все-таки энергия быстрее восстановится, чем в столовой. Тем более, что в столовой я сейчас не буду есть, а просто сидеть. О, душка, как раз душевой период. Отлично. Хм. Вообще не по режиму действую. Хм. Так, подождите. Мне надо заскочить к себе в камеру и посмотреть, что у меня есть, чего мне не хватает и все такое. Чтобы не получилось, что... Интеллект! Точно! Чтобы лопату улучшить, мне надо интеллект... Блин, где? А, библиотека там. Блин, вот это был бы фейл, если бы я пришел потом к себе под землю и обнаружил бы, что у меня лопата почти сломана, а улучшить я ее не могу, и что бы я тогда делал? Я бы тогда спал, а это невыгодно, я хочу как можно быстрее сбежать, меня эта тюрьма уже так осточертела, я хочу уже следующую Сан-Панчо. Ой, какое Сан-Панчо? Следующие джунгли, да, а потом Сан-Панчо. Да. Кстати, ребят, вот сегодня у нас пятница, да? Или... Ну, короче, скорее всего, будете это видео, скорее всего, я его выложу в пятницу. Ну, короче, я в эти выходные опять уезжаю, вот, а приеду уже через 2 или 3 даже недели. И там уже опять продолжу видео выкладывать. О, фритайм как раз, отлично. Как раз буду качать интеллект. Сколько там, 60 надо было? Ну, у меня уже столько. Нет, давайте еще, мало ли. Сейчас заскочим, улучшим лопату, потом, значится... Блин, а у меня еды хоть достаточно, а? Ну ладно, думаю, хватит. 65, да, надеюсь, хватит. Run! Бежим. Еще 65. А, боже! Да, заворачивайте. Вот так и так.
берем. Уу! Lightweight лопата. Так, у меня тут все есть, все хватает, всего хватает. Кирочку давайте сюда положим. Вот только мне бы еще пару... Нет, скотч у меня есть. Мне бы еще металла. А, какой голос! У меня вот сколько металла, зачем мне еще? Ну все, у нас, в принципе, все есть. Я этой ночью уже могу благополучно продолжать свою эпопею побега. Стоп, стептой. Блин, да что же у всех такое дерьмо продается? Что же мне энергии так всегда мало? Я бы, конечно, сейчас схавал еду, но мне она ночью будет нужнее. Ибо ночью я буду копаться. Мне так неудобно сидеть, просто ужас. Я практически раком тут сижу. Давай, господи, быстрее, что ж ты так энергия медленно восстанавливаешься? Да-да-да-да-да, давай. Всё. Есть. Отличненько, отличненько, отличненько. Ай, куда я там собирался? А, блин, сила, я уже не побью там никого, походу. Кстати говоря, у меня в унитазе что-то есть, а тут что-то у меня... О, нету. Ну и слава богу. Ну и ладно. Ну и хорошо. Меньше забот будет утром. То есть ночью. Чашка, батарейка. Никому там ничего не надо. Блин, да ну нафиг. Не хочу никого, блин, трогать. Не хочу никого бить. Я буду мирным. Буду мирным. Хочу... А-а-а! Хочу понабирать нормальных квестов. Блин, за мной теперь гонятся. Так, а как тебе там, Чейз? Так, теперь... Ах, заодно надо посмотреть, кого проверяют. В этот раз нельзя. Магазин ему надо? А, не мой, Моррисовский. А, хорошо, да-да-да. То есть, Радфо... Всё, забили. Короче, магазин, но не мой. Так, кого будет? Ли и Хантер. Отлично, меня здесь нет. И слава богу. Так, кому отдать, кому отдать? С кем у меня плохие отношения? У меня совсем такие, со всеми такие средние. Давайте Ирвину. Ирвину. На. Nice one! Да-да-да. Так, Майлорекс. Хорошо. У меня запасные... да, есть у меня запасные эти покрывала. Это хорошо. Так. Файл. Нет, у меня денег нет. Я бомж. Да блин. Вау, слушайте. Тимбер. Ну, зачем мне тимбер? У меня есть не бесконечный запас тимбера на работе. А металл мне тоже не надо. У меня его дофига. Я думаю, мне этого металла уже хватит до конца. До конца. Ну, короче, до конца. Блин, фонарик надо. Без фонарика мне будет так неудобно копать. Ну ладно, придется без фонарика. Так, берем эту шнягу и копаем. Стоп, а шо, не надо это Timber Brace? Лол, я думал, надо. Поскольку, кстати, она процентов тратит? По 5, отлично, отлично, неплохо. Так. И дальше копать. А, вот же этот Timber Brace. Фу ты, не видно было его из-за скотча. Ладно, ладушки. Роем. Нарываем. Засранцы. Стоун мне подсунули. Так, кирка у меня хоть целая? Да, целая. Её на... Блин, а ее может еще не хватить. Хотя, не, должно хватить, по идее, чтобы этот камень разрушить. А чтобы улучшить кирку, там нужно, нужен скотч и тимбер. Все это у меня есть. Надеюсь, у меня хоть тимбер обычный есть. То есть не тимбер брейс, а обычный. Я же вроде брал. Должен быть. Блин. Фак, надо улучшать срочно. Ой. Так, сейчас берем. Мне нужен тимбер and скотч. Так. Ой, я уж боялся, что мне интеллекта не хватит. А, кстати, да, я буду плавненько идти к мультитулу. Я хочу себе мультитул скрафтить, потому что это реально вещь. Что я сейчас сделал? Надо было камень... вилкой ломать, так намного выгоднее было. Потом я сейчас так кучу процентов кирки потратил просто в никуда практически. Ладно, копаем. А, вот уже теперь надо, нужны суппорты. А, вот здесь у нас суппорт спрятался. Оп. Ну, суппорт, Timber Brace, как хотите. Синонимы практически. Да, по 5. Ну, блин, да что ж вы с этими камнями сговорились? Шо ли? Что-то у меня земли многовато, надо ее хоть в унитаз положить. Но смывать не буду, то может засориться. Блин, я устал. А, у меня же еда есть.
Или лучше полежать? Не-не-не, лучше буду брать еду, потому что я хочу побыстрее. Ну и полежим чуть-чуть. Чуть-чуть! Все хорош. Мне не терпится. Да, кирки у нас еще намного хватит. В принципе, у нас все есть. В принципе, я уже... Вот у меня уже очень легко отбежать. Если я даже днем буду... если я... это я сейчас типа вверх начал копать, да, случайно? Ё-моё, ладно, ладно. Немножко испугался, но ничего страшного. Роем дальше. То я чуть вверх не выкопался. Вот было бы весело. Выкопался бы я где-то сейчас на улице. Там меня бы застали. Только не камень, только не камень, только не камень. Вы издеваетесь, третий камень подряд. Это уже не смешно. Кстати, еще одно улучшение. Лопаты и кирки, и мы сможем сделать заветный мультитул. Только нужно очень много скотча. Потому что, если подумать, у меня все есть. У меня все, что нам дальше надо для побега, это тимберы, скотчи и листы металла. Все это у нас есть, все есть. Все, ребят, я устал, и уже 4 утра, поэтому мне надо уже закругляться. Эту землю, куда я ее дену? Я не знаю, куда. Давайте всю землю возьмем в инвентарь, а потом смоем у кого-то. Все, окей. Нет, подождите. Три земли мы здесь вот оставим, остальное... все, окей, спим. У меня хоть вентиляция закрыта. Да, я ее и не открывал. Так, сейчас пойдем кому-то смывать. Вот тебе, Радфорд. А заодно пороемся. Мне нужно будет скотча много. У меня один только... У меня два скотча. О, прикольно, Моррисовский магазин. У меня только два скотча. Один здесь, один в шахте. А мне нужно три, как минимум. О! Вот, знаете, о чем я, знаете. Крейг. Серьезно? У меня, блин, бабла нет. Так, Крейг, да? Крейг, да? Ничего, подожди меня. Сейчас я тебе... Ой! Ой-ой-ой! В унитаз! Блин, тут земля. Я сейчас ему срочно должен, блин, понабирать этих комбов. Блин, землю куда-то деть. Чё я с собой её таскаю? Комбы набираем, кучу комбов. А потом будем комбо-щип делать, чтобы... У него за 30 скотч, я хочу, чтобы он мне его за 17 отдал. Блин, эту выбросить. Мы сейчас пойдем хавать, а там металлоиска. Тель, блин, да я знаю. Все, хавать. Сейчас я его тут встречу. Надеюсь, этих комбов хватит. Хотя, конечно, не хватит. Я же такой, что на меня всегда действует закон подлости. Так, Крейг, ты все еще торгуешь? Ты где? Расступитесь, кабаны. Крейг, да? Да, ты еще торгуешь? Отлично, на тебе комбщи в раз. Серьезно? Класс. Вообще зашибись. О, масон, может у тебя скотч? Ладно, один скотч я получил. Так все, уже мне скотчей хватило. Кстати, лом. Хочу лом. Ладно, я тебе отдам все остальные, Моррис. Я с тобой подружусь. Может быть. Сколько тебе? 51? Ну, все равно у меня денег нет. А, кстати, квесты. А, офицер! Не-не-не-не, офицера я бить не хочу. Офигеть, вы задрали. Чего все так обозлились на офицера? Нормальные пусаны. Так, офис, хорошо, хорошо, добудем. Так, курочку я сюда ее положу, пусть она мне пока не мешает, я ее потом к себе в тумбочку положу. Тут один. Ладно, я сейчас положу в тумбочку. Все равно времени много, у меня 3 часа есть, чтобы поработать, а я успеваю где-то минут за 40. О, кстати, у меня же брали эти. Потом завешу, потом, сейчас надо идти работать. И фонарик еще надо где-то достать, а то, блин, неудобно копать в шахте без фонарика. Самая скучная тюрьма, ну. Вот там, вот это в джунглевой тюрьме, то есть следующей, там реально будет повеселее. Mm.
все отлично. Ой, так, что дальше? Знаете что? Я думаю, чтобы время не терять, я буду сейчас копаться идти. Копать. Потому что ночью времени не так уж и много, а вот днем можно. Вот только я боюсь, что меня проверять будет, поэтому я, пожалуй, дождусь следующей переклички. Ведь днем будет перекличка, надеюсь, да? Надеюсь. А то я, может быть, может я как всегда что-то путаю, и на самом деле не три переклички днем. Вообще не. Не три переклички, а две. Ладно, ладно, что-то я много слишком говорю. Так, я пришел к себе. Это я, да? Это я. Хорошо, так, так и так. А файл, кстати, файл мы сюда. У меня он, кстати, один уже есть. Ну, мало ли, господи. На халяву ж. Землю не надо смыть. Так, у тебя квест. Чё там тебе? Pack of Mints. Ах, блин, чё же мы всем так Pack of Mints понадобилось? Кстати, а где курочка? А, я её положил, хорошо. Хорошо. Ладно, рискнуть и пойти. Давайте рискнем и пойдем немножко пороемся. Ну, точно тут же камень. Как бы я случайно кирку не сломал, то, блин, не очень весело будет, если я ее сломаю. Опять суппорты не надо. Ну надо же, ну на. Так, тихо, сейчас она может сломаться. Теперь еще раз. И все, пора ее чинить. Берем скотч. О, перекличка, да, все-таки три переклички. Заодно сейчас мы проверим, кого будут проверять. Если не меня, то я буду дальше благополучно копать. Главное, блин, зырить в оба глаза. А то если я пропущу, вообще будет невесело. Так, кого? О, Ирвин и Ратфорд. Отлично, меня здесь нет. Так, чего вы продаете? У меня денег много. О, скотч. И фонарик, кстати, все, мне... Вау! Так, делаем так. И скотч мы ложим вот сюдашеньки. Все. Залазим и... То есть, куда залазим? А, да, залазим! Берем это. И сейчас еще нам нужно металл взять. Один. Давайте, знаете, что я даже сделаем? Просто я очень боюсь за себя, поэтому... Ну, во-первых, надо... 18! Ё-моё! Ой, ладно, пока положим унитаз. А, блин, а тут места нет. Блин, куда деть? Ну-ка, а куда? Офицер прошел. Я знаю, что он ко мне не должен был зайти, но мало ли. Качаем интеллект. Мне нужно 18, значит... Ё-моё, 80... А, это я здесь копал! Блин, а если кто-то увидит, а? Что будет? Блин, опять не туда пришел. А реально, если кто-то увидит, блин. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, слушайте. Блин. Нет, надо землей прикрыть. Блин, да чё ж я сюда пришёл? Не, ребят, это реально, это, блин. Если кто-то туда зайдёт. А хотя туда, по-моему, не заходят. Ну, а вдруг зайдёт кто-то, блин, и увидит. Не, слушайте, ребят, это реально рискованно, поэтому мне нужно... Мне, когда я сейчас лопату себе починю, когда у меня будет 80 интеллекта, мне нужно будет, значит, туда пойти, то есть под шахтой порыться, и когда у меня земля будет, я, по идее, могу заложить землю обратно, как бы. Ну, по крайней мере, ну там пол, как бы, там асфальт. То есть не асфальт, а плитка. Не, ну я надеюсь, что получится, потому что если туда кто-то, блин, зайдет, будет настолько обидно. Потому что меня возьмут и бумажку, скорее всего, впаяют, потому что они каким-то чудесным образом поймут, что это моя дыра. Ну, конечно, они ее там докопают, они, скорее всего, поползут, увидят, что она ведет мою камеру, увидят там тайник. Вот уже увидели! Блин, что делать? Я в карцере. Так, загрузимся. Надо срочно туда заложить землю. Надеюсь, сейчас оно там не докопано. А то если сейчас оно там... Ну, скорее всего, так и будет, что оно там докопано. Блин, а вдруг я не смогу землю туда обратно заложить? То что будет? О боже, слава тебе, господи. Фух, я смог. Вот обидно только, что день пришлось заново начать. Ну, ничего страшного, главное. Главное, ничего страшного. А знаете что? Давайте... Ух ты, блин, сколько... А, нет денег. А, сейчас будут деньги, подожди, сейчас я наберу тебе этих. Короче, ребят, наверное, на этом мы с вами будем заканчивать серию. Встретимся с вами в следующей серии. В общем, а сейчас буду прощаться. В общем, с вами был Самурай. Если вы здесь впервые, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, пожелать друзей. А с вами был я, Самурай. Всем удачи, всем пока!